Action. Перед нами маленькая табличка. Только для транспорта посольств. Американского посольства здесь уже, наверное, года два нету. А табличка здесь... еще есть. То есть, есть опарковаться еще. Им еще можно, только им. Только им. В общем, очень странное дело. Давайте посмотрим на этот вход этой конторы, которая сделана таким образом, чтобы никакой танк не въехал. Здесь было американское посольство. А здесь стояла эта будка их. Стояла будка полицейская. И она смотрела за теми, кто, не дай бог, подходит мимо и начинает фотографировать американское посольство. Да. Не дай бог, умысел какой-то у них да. есть. Когда выскакивали полицейские и сразу пытались изъять фотоаппарат. Вот, было такое дело моим знакомым. Я не давал фотоаппарат, он был тогда дорогой. Вот. Он просил, дай пофотографировать. Но в итоге попал. А в итоге отсюда вышел сотрудник посольства, сфоткал моего знакомого. И сказал, что он теперь в штате невъездной, да? Да. Комедию, это так называемый частный музей в оккупации. Экспозиция. Здесь мы увидим, что здесь почему-то еще надо платить два непонятных какой-то валюты. Два латых. Тех, два лата. Кто не знает, а если у кого нету два латых? Латов уже нету. Все пожертвования должны быть в латах. Только в латах. То есть в итоге получается, что сейчас никто не может ничего пожертвовать. Может только единственное, вон той девочке. К ней мы подойдем. И посмотрим на нее. Ну что, любим мы все-таки обнаженку? Любим мы? Автор Бриедис. 35-й год, да? 35-й год. Вот, когда мы уже были сексуально воскрепощены. Да.